Друзья, всем привет! Привет! Не поверите, возвращается ваша любимая рубрика «Распаковка и ароматы». Ну, расскажу предисловие сейчас. Показали мы вам Ватаму, показали мы вам Blue Marmelade, и там были духи. Обычные духи такие стоили что-то 4-7 долларов. Наташа именно брызгалась, походила целый день, и мы вернулись за такими духами. То есть мы вернулись, мы использовали тот же совет, который даем вам. Набрызгайтесь, походите, не выветрилось, вам нормально, приятно пахнет, возвращайтесь, берите духи. Использовали тот же совет. Наташа походила, она была в восторге от этих духов. Нет, она была в восторге. Она сейчас вам об этом расскажет. И мы приобрели вот такие вот духи. Подойду, покажу. О, привет! Смотрите, какая классная идея для сбора пластика. Не, у нас-то тоже собирают, да? Это, ну, как сделана бутылка. Вообще. О, знали бы, принесли, но я думаю, что приносят, да, вот эти наши, ну, да, эти? Конечно. Не выбрасывают, да? При тук-туков сколько, да? Возвращаемся в Blue Marmelade. А, да. Сейчас покажу, мы идем. Сейчас чуть-чуть. Наташа там кое-что заприметила и хочет купить. Ого, парковка 50 этих. А сколько ж... А смотри, display respect before shopping, receipt, как он? Чек получите, наверное, бесплатно. А так 50 филсиков, наверное. Ой, филсиков, о, спешу, я говорю. Ну все, идем в Blue Marmelade. Да, 50, да, подожди, я должна сказать, шиллингов. Вот, идем, да. Идем в магазин. Ну, смотрите, котиков как кормят. Вообще красота. А дайте шушки у них это. Угу. Не у всех, боятся, конечно, боятся. Это может быть в это. 4 котика. Боя. Ну, молодцы люди в магазине. Молодцы. Ну, это небольшой магазин, все есть, в принципе. Наташа, не поверите, вернулась за духами. Да. За пинг? Вот это, Tender Love. А, вот эти, вот Tender. Это. Мне понравилось. 585 всего лишь стоит. А, на что похож, ты сказала? Знаешь, а я сейчас не... Я... Давай потом. Хорошо. Как я его попробовала, видите, он стоит все без этих штучек, наверное, чтоб не брызгали. Я его взяла, вот так вот просто делала, пока там что-то не Наташа налилось. Наташа попробовала, как мы вам рекомендовали, походила и сказала, да надо возвращаться. Да надо возвращаться. Ну вот еще ряды всякие, чипсы, печенюшки. Небольшой маркет на самом деле, но классный, удобный, здесь все есть, в принципе. Вышли из магазина, здесь котик лазит по коробкам. Ну это расцветка, извините, вообще, это дорогущий котов. Коты какие потрясные здесь, слушай, красивый какой. И ушко такое, да? Порванное. Надорванненькое чуть-чуть. Реально, это коты, как я даже не знаю, как это называется, порода, правда, но... Дорогие. Дорогие. Порода дорогих, короче, котов. Мы довольны опять с покупками. Распаковочку покажем после. Да. Так, сейчас будет распаковочка, понюхаем, расскажем, убедимся. Покажем. Слово Наташе. Мне нужна ваша помощь, просто держи. Оля говорит о том, что я там набрызгала, понюхали. Мы сняли видео, если, да? Там не было пульверизатора, я пока буду это открывать, шуршать. И там просто я на руку, там ставит где-то Оля видео, как я на руку взяла этот парфум, нанесла, потому что пульверизаторы все поснимали, потому что продуктовый, в принципе, магазин. Все видео в описании. Да. Так вот. Ну, пока я сюда, а потом мы разберемся. Значит, выглядит вот так. Tender Love in Style. Я не нашла, что это за фирма-производитель, какой бренд, вообще ничего не написано. Написано Parfum для женщин, сделано в Индии. Я не знаю, тут видно, не видно, наверное, белым. Ну, в итоге, что я нашла в интернете, стоили они реально приблизительно 5 долларов. Перевод. Этот аромат, как заявляет дом Этьен Айгнер, был создан, чтобы стать классикой и наилучшим образом представить имя бренда. Этьен Айгнер, я видела этот бренд, эту фирму, я почитала о ней. Это фирма, которая производит кожаные вещи, кожаные сумки, духи, там всякую парфюмерию, но здесь не заявлено, что это именно эта фирма. Оля раз показывает. То есть... Ну что, наша любимая фраза, к картону претензий нет. Да? К картону претензий нет? Мощно упаковано.
Вау. Мощно упакованная. Сейчас покажем вам, потому что там стоял тестер. Он, по-моему, был без этого. Он вообще был без колпачка. Без крышки, без крышки поливизатора. У меня коробочка. Значит, это Eau de Parfum, то есть парфюмированная вода. Еще прямо вот сейчас прям Наташа открыла, запах пошел оттуда. Наклей, это еще видите, бантик, прямо крышка такая, не, а ну весенний бантик. Так вот. Это на бантике крышка. Но знаете, я не могу понять, это подделка или это действительно. Ты почитала это еще в интернете про него хорошо. Значит, рассказываю. Что это за духи? Сейчас я это набрызгаю. Я на себя набрызгаю. Брызгает хорошо. Сейчас. Вот как я как брызгаю духи. У меня такое впечатление, что это подделка под все, что есть. Потому что вот именно четко написано Tender Love in Style, но нету бренда наименования. Так, что он мне напоминает это? Он действительно как аллюзия на что-то. Это Chanel Chance. Это Chanel Chance, но Chanel Chance я на себе вообще не могу носить. На ком-то он мне очень нравится, но на себе он мне просто яркий и очень кричащий. Этот же аромат. Одну секунду, помощь зала, пожалуйста, да. Ольга Николаевна. Значит, этот аромат мне напомнил, сейчас я вам покажу. У меня есть, сейчас одну секунду, у меня целлофан улетает, это уже плохо. Мы не мусорим, сейчас все это, мы не мусорим. Карманчик. Извините, я возвращаюсь в кадр. У меня есть духи, которые я купила во Вьетнаме в 2014 году. И называется, вот я на фрагрантике нашла, Мисс Сайгон, вообще-то они называются. Да. Мисс Сайгон, они называются номер один. Вот Мисс Сайгон, Элеганс, там Мисс Сайгон. Вот так выглядит бутылка, флакон. Стоили они тогда, это 50 миллилитров, стоили тогда они $10. Сейчас это стоит, вот это стоит $5. Аромат 4,7, и на Карифоре ты нашла еще дешевле. А на Карифоре, да, там, по-моему, 400 с чем-то. На доллар дешевле. Но Карифор, именно кенийский Карифор. Что хочу сказать об этом аромате? Я чувствую это, как я сказала, Chanel Chance, он кричащий для меня. Этот же аромат, он более пудровый, более мягкий и более... Ну, реально, как бы, как по мне, роскошно. Я везде набрызгала. Ты что, не чувствуешь меня? Ну, мы я на природе. Свежую розу, такую, да? Свежую розу. А я тут вот розы, кстати. Ну, приятную, даже не знаю, какую-то. Знаете, вот как вы подходите понюхать розу, она после дождя, еще вот с капельками такими дождя. Такой приятный аромат, не переспевший, не перезревший. Такой вот, можно нюхать. Да, Наташа мне все время такая, ну, смотри, какой классный. Такая, такая, да, ну, да, типа, ну, вопрос ну то, что Наташа вернется, я не ожидала. Ну, он, во-первых, я помыла руки, он остался немножко нежно-шлейфово, и он не ушел в химию, он не стал противным. Ну, смотрите, про вот этот вот, что вот про это пишет Фрагрантика, про Мисс Вьетнам. Они для меня очень похожи. То есть восточный и цветочный. Он действительно цветочный и что-то с востоком связано. Значит, верхние ноты апельсин, цикламен, потом ноты сердца, пион, фрезия, базовые ноты ваниль, ветивер, сандаловое дерево. Вот я чувствую фрезию, сандаловое дерево. Фрезия. Это такой цветочек, фрезия. Напишите, знаете ли вы, что такое фрезия? Я не знаю. Фрезия, очень, они продаются, эти фрезии, действительно, вот когда весной продаются фрезии, они, аромат, такой, конечно, потрясающий. Апельсин я не чувствую, цикламен я, честно, не знаю, но вот знаю, что это вот цветочное. И ветивер, я бы не сказала, ветивер это свежее, это зеленая свежесть есть, вот эти ветиверы. Да. Ваниль очень, я розу с капелькой рассвечу. Ну, видишь, тут не заявлено, а ты чувствуешь розу. То есть... Надеюсь, не ковид. Я считаю, что я не нашла на сайте вот этой вот Aigner, вот этой фирмы, я не нашла этого аромата. Ну, чтобы он сейчас продавался, но в другие информации, что реально выпускает эта фирма, этот бренд, вот такой аромат с таким названием. Но по качеству крышки я сейчас смотрю.
Поэтому там, наверное, крышки не было, слетело. Не-не, я считаю, что она просто, они специально сняли пульверизаторы, чтобы в магазине, как они, я вообще не знаю, зачем они выставили тестеры, ну, да. На видео там будет. Но, в принципе, я нашла возможность, как его это, ну, чтобы в магазине в таком маленьком, в продуктовом брызгать ароматами, наверное, для этого. Либо они слетели эти, ну, тут ну, держится. Здесь какой-то вот, ну, это даже не алюминий, какой-то силюмин, я не знаю, то есть это, ну... Но аромат вкусный. Картон хороший. Картон хороший. Ну, то есть упаковочка. Я так, под таким мнением, что это все-таки подделка. Ну, за вот. И причем такая, да, в принципе, причем думаю. Очень наглая подделка. В том плане, что действительно, вот, ну, название, ну, название. Хотя на то, что есть в интернете, там я тоже не увидела, где бы написано там Aigner. Я не увидела. Aigner такое еще у них так, на бренде, у них подковка, как у бренда самого. Ну, вот, пахнет классно, аромат длительный, шлейф идет, остается, да? Надолго. Сколько она брызгалась? Посчитайте. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я так брызгаюсь, если вот такой аромат, как бы. Ну, льется, если честно, вот очень-очень сильно льется. То есть все хорошо работает, в принципе. Ну, мне нравится. Если такое увидите, можете попробовать, понюхать. Я не знаю, запустить, как оно там... шлейф и решить, вам интересно или нет. Если интересно, конечно, за $5 это вообще не цена. За $5, тем более. Знаете, сколько мы уже сделали видео, и в том числе про подделки. Я оставлю в описании, ну, если вы не смотрели. Ну, рекомендуем, классно. Но там не подделки были, там... Ну, подделки. Такое, да, скажем так, это арабская фирма, да. Ну, вот такая у нас купили аромат в Африке, да? Да, купили аромат Африки. Это вот сейчас для меня это аромат Африки, несмотря на то, что, в принципе, здесь нотки-то, ну... Ну, он классный, он не ушел в химию, он не развалился. Он совершенно-совершенно уютный и класс, за $5. А может, а сколько здесь может вы где-то его видели, напишите, вообще будет 100 миллилитров, в какой если стране. Видно, 100 миллилитров. Ну, сделано, написано на коробке, написано, да, сделано в Индии. Да, made in India и продают. Слышишь, я нюхаю. Что я делаю? Я нюхаю это. Бантик. Ну, бантик сделан дешевенько. Главное, что внутри, не главное, что на бантике, главное, что внутри. А внутри Наташе все очень понравилось, и мы вернулись действительно и купили именно вот, возвращались, шли пешком, пожарили. В жару, за этими духами. Так что я довольна, рада за $5. Вообще, супер. Так что вот такие они сегодня, ароматы Африки. Пишите комменты, она будет приятно. Ставьте лайки, пишите, какие у вас любимые парфюмы. А какие у вас, это, конечно, не то, что поощряется, но вот какие как бы ароматы, которые сделаны по созданию, ну, созданы по каким-то знаменитым ароматам, но вот цена минимальная, и какие вам пришлись вот по вкусу, напишите. Может быть, есть такие ароматы, действительно. Ну, вот это класс. Я считаю, что это класс. Ну, класс. Молодец. А Наташа молодец. Наташа молодец. Все, было приятно вас сегодня видеть всех. Всем пока. Пишите лайки. Лайкайте комменты. Общайтесь. Давайте будем общаться. Все, всем пока.